Детские сады семей работают в штатном режиме. Дошкольные образовательные учреждения обеспечены специальной охраной и камерами видеонаблюдения. Главная цель – безопасность детей. Как сообщает информационный центр города, в настоящее время в городе работают более 400 групп в 60 дошкольных учреждениях. В связи с режимом чрезвычайного положения во всех образовательных учреждениях нашего города усилены меры обеспечения безопасности. Дошкольные образовательные учреждения работают в штатном режиме. В семье около 6 тысяч детей посещают ясли-сады. Созданы соответствующие условия для их безопасности. Все детские дошкольные учреждения города Семей работают в штатном режиме. В городе функционирует 60 дошкольных учреждений, из них 45 частных. В настоящее время их посещает около 6 тысяч детей. Все сады работают в штатном режиме, педагоги и персонал находятся вместе. В садах созданы условия для жизни и безопасности детей, имеется видеонаблюдение. Все дошкольные учреждения в нашем городе оснащены всем необходимым оборудованием и видеокамерами для обеспечения безопасности детей. Санитарные требования также находятся в центре внимания. Одно из таких учреждений – ясли-сад номер 8. Здесь в штатном режиме работают 12 групп. На сегодняшний день присутствует 285 детей. 12 групп работают в штатном режиме. 68 человек – это техперсонал, педагоги и воспитатели осуществляют работу согласно годового плана. В целях безопасности детей в детском саду установлены VIP-видеокамеры, 74 видеокамеры, где мы можем спокойно наблюдать за работой детей согласно учебно-воспитательного процесса. Видеозаписи с камер наблюдения детских садов автоматически передаются в Центр оперативного управления. Их также может увидеть городской отдел образования. Стоит отметить, что записи хранятся 90 дней. Евгений Проскурин, Бердыбек Харанбай, Айдос Айткалиев, телеканал «Семей».